Добрый день, уважаемые телезрители. Нас часто спрашивают, что такое грех, что такое смертный грех, и как от него избавиться, как исправиться от этого греха. Ну, во-первых, что такое грех? Определение греха. Любая неправда, которую человек совершает на этой земле, является грехом. И Господь Бог нам дал ориентиры, а именно заповеди Божии. На горе Синай Господь даровал всему человечеству через пророка Божия Моисея заповеди, которые мы с вами должны не только знать, но и соблюдать. Я думаю, что многие из вас слышали эти заповеди: «Не убивай, не кради, не лжи свидетельству, не завидуй, не сотвори себе кумира, почитай отца и мать», прочие заповеди. И вот, зная эти заповеди и исполняя их в своей жизни, мы живем в мире с Богом, мы живем в правде, в истине, и, нарушая эти заповеди Божии, мы совершаем грех. То есть грех – это та неправда, которую человек совершает на этой земле, все, что противоречит Божьим заповедям. А заповеди Божии – это ориентиры в нашей жизни. Когда дети учатся в школе, да и в детском саду, их родители стараются им сообщить правила дорожного движения, чтобы дети, зная эти правила, могли безопасно переходить дорогу. Так вот, заповеди Божии – это те правила нашей жизни, которые мы с вами должны соблюдать для того, чтобы иметь долголетие, чтобы не сокращать свою жизнь, свое здоровье, потому что здоровье, как и жизнь, это бесценный Божий дар. А нарушая заповеди Божии, мы сами себе вредим. Мы сами себе сокращаем жизнь и здоровье, потому что все, что противоречит заповедям Божиим, приносит вред и человеческому телу, и человеческой душе. Поэтому очень важно знать заповеди Божии и прилагать свои человеческие усилия, исполнять их в повседневной своей жизни, потому что Бог нам дает право выбора. Мы сами решаем, какими нам быть – добрыми или злыми, убивать или не убивать, совершать преступления или оставаться законопослушными гражданами. И вот эта свобода, которую Бог нам дает свыше, является не вседозволенностью, а тяжким грузом ответственности за свои дела, за свои поступки. Каждый человек должен помнить, что каким бы великим он ни был на этой земле, но рано или поздно любой человек, и богатый, и бедный, и власть имущий, и обычный рядовой гражданин, увы, столкнется с финишем всего его земного бытия. И каждому из нас рано или поздно, хочешь ты того или нет, придется отвечать перед Богом за свою жизнь, за свои дела, за свои поступки. И там, на суде Божьем, обижаться уже будет не на кого, но только на самих себя. Поэтому как тут не вспомнить слова апостола Павла: «Мне все можно, но не все полезно». И вот заповеди Божии являются тем ориентиром, тем фарватером, которого ведут человека к спасению его бессмертной души. Также часто задают вопрос, а отвечают ли дети за грехи своих родителей? Да, действительно, в книге Исхода Ветхого Завета Священного Писания есть такие слова: «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающих детей из вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милостыню, награждающий до тысячного колена, любящих меня и исполняющих заповеди мои». Но здесь нужно понимать, что Бог наказывает только тех детей, кто продолжает грехи своих родителей. Если отец совершил какое-то преступление и своего сына воспитал в таком же нарушении законов, и сын продолжает традиции своего отца, продолжает творить беззаконие, творить преступления, то сын, как наследник своего отца, как продолжатель его нечестивого дела, будет наказываем от Бога. Но если представить себе, что отец совершал преступление, а сын или дочь выросли порядочными людьми, и у них есть чувство ответственности, у них есть страх Божий, и они творят добрые дела, то таких детей, таких потомков Господь наказывать не будет. И в доказательство этому в книге Второзакония Ветхого Завета мы читаем другие интересные слова, что
Отцы не наказываются смертью за своих сыновей, а сыновья не наказываются смертью за своих отцов, но только каждый наказывается за свои преступления. То есть каждый человек несет ответственность за свои грехи, за свои пороки, за свои человеческие страсти, немощи. И есть такой вопрос, что такое смертный грех? Ну, вы знаете, обычно принято считать смертным грехом убийство, какой-то страшный грех, непочтение к родителям, беззаконие, государственное преступление, которое несет вред обществу, жизням и здоровью людей. Но нужно понимать, что любой грех, он истирается с души человека, снимается, смывается таинством покаяния, потому что исповедь – та духовная баня, с помощью которого мы смываем со своей души греховную коросту, греховную грязь, которая прилепляется к душе человека по нашему нерадению, по нашему невниманию, иногда сознательно, иногда нечаянно. То есть у Бога, другими словами, нет непрощенного греха, кроме нераскаянного. Пока нас совесть обличает, пока нас совесть мучает, а совесть – это голос Божий в душе человека, мы с вами имеем надежду на спасение своей бессмертной души. А вот если человек умирает нераскаянным, то тогда, да, любой грех может становиться для него смертным, потому что покаяние возможно только здесь, на земле, пока душа вместе с телом человеком. Как только душа разлучается с телом, тело превращается в бездыханный труп, подверженным тлению, а наша человеческая душа, освободившись от уз бренного тела после его смерти, становится беспомощной, как малый грудной ребенок, и уже самостоятельно принести достойные плоды покаяния душа после расставания с телом не может. И поэтому вот любой грех для такой нераскаявшейся души может оказаться смертельным. А пока мы с вами каемся, пока мы с вами исправляемся, мы всегда имеем надежду. Поэтому нужно ценить это бесценное короткое время с названием «земная человеческая жизнь». Потому что только здесь, на земле, мы можем покаяться, только здесь, на земле, можем просить прощения у Бога или у тех людей, которых мы обидели. Только здесь для нас возможно исправление. Но как только душа разлучается с телом, покаяние становится невозможным. Вот тогда действительно эти грехи могут оказаться смертельными. Но если человек успел в них покаяться, то эти грехи стираются с человека по милости Божией. Поэтому ведь как сказано в Священном Писании, «Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного на распятие, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». То есть мы с вами спасаемся той бесценной жертвой, которую Христос, как Сын Божий, как Мессия, принес за каждого из нас, распяв со Своей пречистой плотью грехи всего человеческого рода, в том числе и наши грехи. А от нас нужно не только вера, но и покаяние, и добрые дела, которые бы эту веру подтверждали. Поэтому Христос и говорил своим ученикам во время своей земной проповеди: «Вера без дел мертва есть, и не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царствие Божие, но исполняющий волю Отца моего Небесного». То есть мы с вами, люди крещенные, люди, исповедующие Христа, должны свою веру подтверждать исполнением святых заповедей Божиих, что бывает на самом деле очень сложно. Легче всего носить крестик на груди, но ведь это же не амулет. Нужно понимать, что крест, он тогда помогает твоей жизни, когда ты еще живешь христианской жизнью, то есть внешнее наполняешь внутренним. Вот чего нам очень часто, и сказать честно, не хватает всем. Поэтому желаю, чтобы мы все были благоразумны, что мы своей жизнью, своими делами достойно несли высокое звание христианина, потому что наша вера подтверждается нашей жизнью и нашими добрыми делами, чего вам и себе я искренне желаю.